Всем привет, ребята, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию своего сериала «Нелюбимая дочь». Ну и перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, ну, а мне приятно. А мы начинаем! Ну что, девочку мою нашли? Нет. Я в вечную депрессию пошла! Слушай, а где они реально могут быть? Я не знаю. Давай сходим к ним. Они говорили, как найдут, позвонят. Слушай, мне кажется, даже если они их найдут, они не позвонят нам. Потому что, блин... Давай съездим. Нет... Я никуда не поеду, у меня настроения вообще нет. Я хотела вас в универ сдать. Самый престижный меч, между прочим, вас взяли. А она, как назло, куда-то пропала. А чё, мы бы переехали в общежитие? Да нет, скорее всего. Ладно, я сейчас приду. Кто бы это ни был, прогоняй! Неужели это твоя пришла? Сара или как там ее? О, привет! Привет, слушай, мне нужно тебе кое-что сказать. Что, ты куда-то уезжаешь? Да нет! О, привет, девочки, вы помирились? Да, мы помирились. Понятно, на всем... Давайте, всем пофиг! Короче... Меня батя устроил самый престижный универ, и нас с сестрой приняли, а она как назло куда-то пропала. Я типа спросила, а мы что, в общежитии будем жить? Он такой, да нет, скорее всего. Мама, хочу в престижный универ. А мало ли что ты хочешь? А я хочу, чтобы ты со мной время проводила, а не со своей расой. Сара, да мне подсрать, кто она? Понятно. Твоя мама не в духе. Она всегда не в духе. Я могу тебе оплатить престижный универ. Да? Да, мне для брата ничего не жалко. Спасибо! Да не за что. Только вы знаете, что этот престижный универ находится в другом городе. Но этот же другой город поблизости. Да, и вам придется переехать в общежитие, потому что каждый день сюда вы не сможете ехать. Это будет, во-первых, очень дорого, во-вторых, очень далеко, очень затратно. И вы устанете просто ехать туда-сюда. Но вы можете ездить... Я была в этом универе, там каждую неделю ты 2 недели учишься, и потом ты просто 2 недели тупо отдыхаешь. Ты можешь съездить в родной город, или съездить домой, или просто там потусить. Или поучиться также, только дистанционно. Вот, потом снова 2 недели, и так вот весь год. Блин, прикольно. А там пары, типа? Да, там 2 пары, это как 4 урока. 1 пара, 2 урока? Да, 1 пара идет, получается, 1,5 часа. Ну, это понятно. У вас может быть 8 пар. 16 уроков? А, нет, 8 пар не бывает, извините. У вас максимум может быть 8... Ой, нет, господи, 4 пары. Нет, 6 пар, 6. 12 уроков?! Да, вы просто приходите туда с самого утра, это получается у вас пары начинаются в 8. Ребят, это я, если что, придумываю, я ничего не знаю про универ. Вот, у вас типа пары начинаются в 8, и получается 6 пар, это 12 уроков, по 1,5 часа, мне лень читать. Это 6 пар, получается. Сейчас я посчитаю. Это получается 9 часов, но у вас там, то есть 3 пары вы учитесь, это получается у вас 2-15 часа, и потом у вас перерыв час, и вы дальше идете на пары. Круто. Я тебе оплачу, если ты хочешь. Не надо ему ничего оплачивать, не заслужил! Мам, прекрати, пожалуйста. Из-за того, что он просто проводит время с друзьями, и у него такой возраст, ты начинаешь на него злиться. Из-за чего? Ты еще на мать голос по
повысь! Ты мне не мать. Я просто тебя так называю из-за приличия. Все! Это мои деньги, мое решение. Мне каждый месяц приходит по 100 тысяч. Куда мне их девать? У меня уже на карте 2 миллиона. Куда мне их девать? А его престижный универ всего 100 тысяч стоит. Всего? Для тебя это всего? Ты с матерью ни разу ни копеечки не дала ей. Ты мне не мать. Могу тебе оплатить. Не надо, мне папа уже платил. Хорошо, если что, обращайся. Ладно, я пойду. Пап, ты мне почему не сказал, что этот престижный универ стоит 100 тысяч? Мне для тебя ничего не жалко. Ты 200 тысяч только на обучение потратил. Ну да, и что? У тебя есть деньги хотя бы? Да остались там пару тысяч токенов. Сколько именно? 5 тысяч. Папа! А ну возвращайте дурацкие билеты. Тебе еще проезд оплачивать. Не надо. Я лучше у знакомых попрошу. Не надо, пап. Я не хочу, чтобы вас потом из-за меня же выгнали из квартиры, а у меня все было прекрасно, как в шоколаде. Я не хочу. Дочь, ну я же хочу как... Не надо, пап, прошу тебя. Я у знакомых попрошу. Знакомые, хорошо. То есть ты считаешь, что мы бедные? Да нет, пап, ну пожалуйста. Хорошо. Пусть твоя знакомая даст мне 200 тысяч. Хорошо. Хорошо, 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 только не надо свои деньги тратить, пожалуйста. Ну это просто как-то не по-человечно. Она мне сама предложила. Не надо, пап, я прошу. Хорошо, дочь. Я скоро приду. Мама, с ней все хорошо? Да, спит опять. Хорошо, я скоро приду. Да, мне нужны эти деньги. Ты хочешь этой расе давать еще деньги на обучение? Мам. Точнее, как вас там? Тетя какая-то там. Отстаньте от меня. Вали из моей хаты. И ты туда же. Да что я-то сделала? Мы сестры, мы поедем. Хорошо. Хорошо! Сколько? 200. Тебе еще проезд надо будет оплатить? Проезд 50 тысяч, а потом проживание там 10. А, нет, проживание 100. Питание бесплатное 10. Хорошо. В итоге получается 50, 100. Получается 300 рублей. 320 тысяч. Хорошо, я тебе папе тогда переведу твоему. Хорошо. Все, собирайте вещи. Я оплатила за твою сестру плюсом. А когда твоя сестра вернется, я ей все скажу. А, я же еду. А проезд оплачен за нее. Ну, тогда за тебя только придется. Да, блин, дурацкая сестра! Вот нахрена она куда-то уходила? Получается, надо разделить все напополам. И тебя получится 160 тысяч. Угу. Я тебе верну. Не надо мне ничего возвращать. Все, я переловила твоему отцу 160. Хорошо. Все, собирай вещи. Ладно. А когда вылет? А, получается, через неделю. Собирать вещи, ты прикалываешься? Папа, она тебе перевела за меня. За сестру она потом тебе переведет. Когда вылет? Через неделю. Выезд. Нужно тебе чемодан купить, вещи купить. Еду я тебе поделюсь. У нас слишком много еды. Доченька моя, нашлась или нет? Нет. Я не хочу больше спать, я скинусь! Мам, уйди с балкона! Можно утопиться? Мама! Что? Можно я себе сжечь лицо? Мам!
Прекрати! Да у меня дочка ушла непонятно куда! Ты прикалываешься? Она моя родная сестра! Прикалываюсь! Подождите, мне кто-то звонит. Здравствуйте. Нашли весть о вашей пропаже. Нашли весть какую-то о пропаже. Что? Моя доченька, она нашлась! Поехали в суд. Нашли? Да, мы, похоже, нашли. Мы знаем, где они. Мне почему-то кажется, что они поехали. Это очень секретные координаты. Сейчас я вам напишу их. Я вам напишу сейчас всю информацию. Вам ваша задача просто поехать по этим координатам. Ваша задача просто поехать по этим координатам и прочитать это письмо. Сейчас напишу на этой бумажке. Все. Всего хорошего. Надеемся, что они там. По нашим расчетам, они там. Хорошо, поехали. Вы мне когда деньги вернете, чертилы? А, я вас спрашиваю. Какие деньги? Мы не понимаем, какие деньги. Лили! Лили! Когда ты мне деньги вернешь, собака? Какие деньги? Ты мне должна 10 тысяч, ты мне когда их вернешь, а ты? Ты мне когда 50 вернешь, вы что, офигели что ли? Вы мне когда деньги собаки вернете? Стоять на месте! Вы как нас нашли? Ура, господи! Господи, вы нас нашли. Стоять на месте, не двигаться, оружие в сторону. Какого фига? Они мне деньги должны. Это мне 10 тысяч, другой мне 50 должен. Какие к черту деньги? Вы им что-то должны? Мы его в первый раз в жизни вообще видим. Пошли в полицию, головку на тебя напишу. В тюрячку навсегда посадят. Не надо, не надо. Он ушел. В счастливое будущее. Я оформил престижный университет. Ты туда поедешь через неделю. Что, я без нее не поеду? Мы вместе поедем. Господи, мы вас нашли. Где брат? А, они дома. Поехали к ним. Да, что? Вызывали. А я припёрся. Не ждали, а я припёрся. Брат! Привет, Лили. Привет. Я вам скидываю деньги за сестру. Хорошо. Сын? Сыночек! Отойди, мразь! Сыночек! Я так рада! Какого черта? А ты, мудила, в детдом задолбал! Сыночек, я так рада, ты где был вообще? Эй! Подожди. Отошли отсюда! Мрази! Ушли отсюда! Скройтесь, глаз моих долой, чтобы я вас никогда больше не видела! Мам, там моя девушка. Да мне насрать на твою девушку! Понятно. Ладно, я поеду тоже в престижный университет. Пока! Что? Ты меня бросаешь! Чертилы! Валите куда хотите! Я вас здесь больше не жду!
валите в свой престижный университет, но ко мне можете не приезжать навещать. Я вас здесь не жду с горячим ужином. Понятно. Мы, кстати, тоже уезжаем в университет. Нет, мне домой. У меня же там дом. Точно, забыл. Агромамаша. Согл. Ну что, надо вещи собирать? Да мы через неделю только. И что, надо все равно... У нас одежды вообще нету. Надо одежду покупать. Это что? Что это за отряд ленивцев? Это мое. Я милашка. Я решила вспомнить детство. Хотя у меня в детстве такого вообще не было. Мама, что это такое? Это парочку ленивцев. Ну что здесь такого? Блин, вот этот вообще классный. Вот этот тоже прикольный. Вот этот вообще смешной. Круто! Может, что я парочку? Нет, нельзя. Это мои. Да блин! Нифига у вас еды. Да, кстати, еду я вам положу тоже в дорогу, потому что там фиг что поешь. Потому что вам надо будет там закупаться. Ну, во-первых, у вас питание будет какое-то там, но все равно я вам еду родненькую положу. Это всегда нужно. Блин, он нас ничем вообще не кормил. Можно я у вас сожру немножко хлопушков? Да, конечно, ешь, господи. Все, кто запрещает. Не знаю, он. Что это за дурак? Да ничего, мы гуляли, он нас что-то схватил сзади, такой, где деньги? Мы такие, какие деньги? Такой, да, он такой говорит, вы из меня тут не строите, идиота. Я знаю, что вы мне должны деньги. Мы его в первый раз видели вообще. Он говорит, что я ему должна 10 тысяч. Каких 10 тысяч? Я его впервые вижу. Какие дофиг 10 тысяч? Ну, не знаю, слушай. Я у вас тут полхаты сожру, ничего страшного. Мясо! Что за шум? Да. Известий никаких? Нет, к сожалению. Она... Мы ее не нашли. Ты чё гонишь с неё? Привет! Да решила пошутить, просто извини. Привет, как дела, подруга? Что с тобой случилось? Нас похитили, это очень долгая история. Мы гуляли... И нас схватили сзади. Потом он начал требовать с нас деньги. А мы такие, какие деньги, чел, мы тебя в первый раз видим. Капец, так сгудощало. Конечно, он нас вообще не кормил. Трэш какой-то, изверг, буллинг. Арбузер. Арбузерство у нас проходило вообще. Не отношение, а арбузерство какое-то. Трэш. Я, чтоб была не кормленная хотя бы час. Это очень злая Лиля. Он меня не кормил несколько дней. Я вообще так на него разоралась-то. Я чуть ли его не избила. Он чуть не сдох. Хоть бы сдох. Лучше бы сдох. Правда, мы находились на берегу океана, и мы не могли бы его найти. А вы как нас нашли? Мы подали в суд заявление. И вас нашли, вам предположили координаты, где вы можете быть, и оказалось правда. Ну и вот на этом я хочу закончить свою серию «Нелюбимая дочь». Если она вам понравилась, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новые крутые серии. Всем до новых встреч, всем пока-пока!